Этой юной леди в нарядном платье всего 8, но уже 2 года Стефания Мыцик держит в руках бандуру – музыкальный инструмент, который едва ли не больше ее самой. Він мені дуже подобається. Це наш народний інструмент. Грати на ньому – це для мене честь. Выступать на сцене Стефании не впервой. Впереди у нее и других участников конкурса бандуристов имени Игната Хаткевича 2 конкурсных дня. Каждому музыканту предстоит сыграть 5 композиций. Звучать будет и классика, и современные произведения. Дети живут в нынешнем современном информационном среде, где много стилей, всего они слышат. Естественно, они должны как-то себя позиционировать и как народники, и как просто жители социума современного. На конкурс в первую столицу съехались музыканты со всей Украины. Всего больше 40 ребят от 6 до 16 лет. Конкурсанты из других городов будут жить в детском центре Солнечной Южной железной дороги. И, конечно, для ребят там созданы все комфортные условия. Мы обеспечиваем перевозку этого конкурса. Победители конкурса Игната Хаткевича получат призы от ЮЖД. Чем будут награждать лауреатов, пока секрет. Валерия Шапаренко, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».